Утренний легкий перекус. Так как крыси, это кроликом. А то подумайте, что мы крыси хлебом кормим. Это утро. Сейчас кроликом закину. Потому что рысям сейчас даем утром поменьше, потому что сейчас они вес не набирают и едят меньше. Вот. Так. Самое интересное, что кроликам мы комбикорм не покупаем. У нас там остается от этих попугаев, под кинкажу, шкурки там разные, все остальное. Хлеб. Некоторые могут сказать, что мы неправильно кормим и так далее, и тому подобное. Но они толстые и, в принципе, живут уже 6-й год. И сейчас мы косик, блин, косик будем кормить. Держись, Кай. Ну, сейчас покормим. И будем убирать. У них всегда так делаем. Блин, через решетки покупаем. Это через решетки прилипает мясо. И обязательно головы. То есть утром курица либо индейка. Сегодня, кстати, индейку филе привезут. Вот, а завтра горбушу привезут. Вот. И утром у них всегда тут грязно, потому что за ночь они тут делов наделали. Утром после перекуса мы будем убирать. Дождемся, пока они доедят. Сейчас закину еще голову.